Привет, ребята! Привет, княженцы! У нас сегодня с вами на повестке обзор самвелки. Да, обзор самвелки, Надюхи, Бабы Тани, в общем, и всех обитателей жилища. Значит, что у нас вообще на горизонте? На горизонте у нас то, что все как бы без изменений. Вот стабильность – это залог успеха, да. Значит, тетя Надя продолжает жить у бабы Тани. Ну, нет, даже не у бабы, у тети Тани. Нет, хотя у бабы Тани, у бабы. Значит, живут они, значит, уже не знают, что, чем заняться. Решили они вот заняться тем, что соорудить что-то руками. И сегодня это у нас будет вареники. Вареники с малинкой, да. Вот, знаете, вот смотришь на них и удивляешься тому, что, ну вот как так можно? Одной вроде бы нельзя сладкое есть, другой нельзя мучное есть, вот, ну как бы я так предполагаю. Третьему нельзя есть мучное и сладкое в силу того, что тут как бы лето, сезон купальников, в том числе на игре не надо купаться, в бассейне заныривать, нужна фигура, нельзя толстеть, да. Вопрос. На засыпку. Кто по факту будет есть эти вареники? Вот вариант ответа. Мне почему-то кажется, маманя их зафигачит ночью, пока все будут спать. Прокрадется, знаете, по-шпионски холодильнику. И как тогда, когда она ела, когда Самвел ставил скрытую камеру в кухне, так же сейчас она будет стоять и крыть эти вареники ночью. Ладно, ребята, серьезно. А вот смотришь на этот вот весь спектакль и думаешь. Надюх, зачем тебе это надо? Вот скажи, вот, родимая, зачем тебе это надо? То есть, ну, сидят, вот ты тут в качестве кого? В качестве домработницы, в качестве подруги ихней, в качестве какой-то, как называют, та, кто готовит. Ну ладно, короче, кухарочка. Ладно, в качестве кого вот ты тут находишься? Они вот тут ругаются, там, как бы не ругаются, делают контент, зарабатывают денежки. Тебе это надо вообще? Вот. Да езжай домой и лучше дома отдохни, там, это, я не знаю, сходи в театр, в кино, там, с внуками погуляй. Зачем тебе это хоть надо? Я вот не знаю. Ну ладно. Значит, готовят они вот эти вареники. Тут, значит, Самвелка, вот как всегда, он подбрасывает темы для того, чтобы... Ну, знаете, как маманю вывести на эмоции, ну и плюс, наверное, может быть, все заранее это отрежиссировано. Значит, говорит про Турцию. То, что, мол, в Турцию, Египет, он поедет, возьмет Надюху, там, Коляна, а маманю не возьмет. Прям сразу, прям видим, как вспыхивает у мамани. Ну, что, то, что вспыхивает, она прям все прям начинает злиться, нервничать. Прям вот сразу, я тут, знаете, что прочел? Как бы материнская любовь к сыну, ну, такая уже любовь такая, знаете... Как сказать хоть, блин, болезненная любовь. Мне почему-то кажется, что Самвелка так и будет вот до старчества ходить один, и с женщиной не обзаведется. Потому что вот если как мамане понравится женщина, тогда все, тогда она и Самвелке понравится. Ну ладно, поговорили они про Турцию. Тут, значит, тоже Самвелка подкидывает мамане, мол, такую, но слова о том, что, мол, вот, а видишь люди, что тебе пишут в комментариях, что, мол, ты себя вот тогда со Светой сравнивал, зачем ты себя сравнивал туда-сюда, на что маманя тут же пытается переобуться, говоря, что ни с кем она не сравнивала, и Света молодая, значит, на 20 лет там, и сравнение тут как бы, ну, неуместно. Да, как бы ладно, это все заканчивается. Вот мне вот интересно одно, вот знаете, вот как бы вообще просто вот, ну, прокасаем этого влога вот ихнего. Вот у них на 40 минут, а у меня короткий, потому что вот мне вот было вообще интересно один всего лишь вопрос. Я вот подумал, блин, вы понимаете, когда вот, ну вот готовят люди не, ну как сказать, не родные, да, что-то своими руками, вот чисто у меня вызывает какое-то немножко отторжение. Я вот, знаете, не могу. Я бывшим поваром, когда работал в ресторане, сам знаю, как это все готовится, и то, когда вот, знаете, руки были чистые, там, ну, как бы так, получистые, там, да. А тут готовится, сидит вот женщина, ничего не хочу сказать против, но, знаете, вот этот момент, когда меня прям так вот оттолкнул, прям вообще, когда вот тетя Надя сидела прям, видно, ну, знаете, вот она вот немножко там ест на лишнее веса, как бы, да, так скажем, помягче это, ну, даже не помягче, а вот, ну, как есть. И вот когда она, знаете, немножко потеет, может быть, в кухне жарковато, она вот вытирает, салфеточка или там не салфеточка, тряпочка, лопа от пота, да, и тут же она прям эти вот это тесто мнет,
Ой, я не могу. Я когда это увидел, у меня прям какой-то рефлекс такой пошел. Ну, вообще жуть. Я, знаете, о чем подумал? Я подумал, блин, вроде бы сам Велк обычно показывает там на пляжах, там еще что-то, когда вот ему там что-то не нравится, какое-то там у него бывает такое презрение, там не презрение, такое, знаете, такое чувство, как же хоть назвать это чувство, когда вот, ну, когда что-то не нравится, и в то же время вот он такое вот отвращение, такое чувство, да. И тут же я подумал, блин, вот это вот момент, когда вот с этим, с протиранием, с салфеткой там лба, и тут же продолжением эти вареники делать, ой, я не могу, это такое какое-то странное чувство, хотя, знаете, можно также сказать, что типа там вроде на пару всем все это убивается, там, да, но, ну, не знаю, нет, короче, прям я даже не могу, ребята, извинить, мне вот сейчас реально стало то, что сейчас надо, на этой ноте мы, в принципе, заканчиваем, вот на этом сводится весь этот обзор и вообще отношения, да. Не знаю, вот вы бы стали бы есть или нет, вот один вопрос к вам, вот напишите в комментариях, вот вам прям по ваших глазах тетя, какая-нибудь там подруга вашей семьи такое приготовит, вот вы такое бы стали бы есть или не стали, вот напишите в комментариях. Все, мои дорогие друзья, на сегодня все, лайки, дизлайки, комментарии, не комментарии, подписка, не подписка, отписка, все как обычно, с вами Егор Павлович Княжин, всем до новых встреч, всем пока, не могу жуть.